is my special privilege and great opportunity to introduce to you the President of the United States, Ronald Reagan. Said, there you go again. Right? Remember the last time you said that? Mm-hmm. You said it when President Carter said that you were going to cut Medicare. Thank you all very much. Thank you. Коммунистическая партия Советского Союза и ее Центральный комитет обладали ясным видением перспективы, четкой программой работы. Партия ведет советский народ к новым свершениям, научно выверенным курсом, ленинским курсом. И с этого курса мы не свернем. Это вновь подтвердил состоявшийся вчера неочередной пленум ЦК КПСС. Избран председателем Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Дорогие товарищи, чтобы этот пульс бился ровно и четко, обеспечивая успешное решение задач. 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Gentlemen, give stability, ladies and gentlemen.